Ну а начнем с кульминации главного культурного события года. Итак, меньше двух часов до закрытия кинофестиваля «Листопад» в кинотеатре «Москва» генеральная репетиция церемонии, на которую раскроют все интриги международного смотра. К радости киноманов, история длиной в 95 лет, в холле Москвы выставка «Афиш». Смотреть с первого отечественного фильма «Лесной были» режиссера Юрия Тарича. Прошлое и настоящее важнейшего из искусств – тема этого торжества. 26-й «Листопад» завершается на высокой ноте. Для зрителей сыграет победитель проекта ОНТ «Талент Краины», внук заслуженного артиста БССР Владимира Мещенчука. Известный актер тоже гость церемонии. И дедушка, и бабушка не снимались и снимаются в кино. И мама в юношестве, в детстве, ну, когда была ребенком, еще снималась в кино. И я, в принципе, не против исполнять музыку для кинофестивалей или как бы, чтобы это стало саундтреком к какому-то кинофильму. Саундтрек нынешней церемонии в стиле битбокс, музыка в необычной технике, пройдет через все закрытие и в сочетании со скрипкой тоже. А в честь кого прозвучат фанфары? 24 награды «Листопада» и два специальных приза президента ждут своих обладателей. Красные дорожки, а их сразу две, готовы встречать гостей.